Лиза Арзамасова продемонстрировала, как изменилась ее жизнь после рождения сына. Лиза Арзамасова, которая совсем недавно впервые в жизни стала мамой, была намерена как можно скорее вернуться к работе, выйдя из декретного отпуска. Однако на данный момент крайне сложно представить, чтобы Лиза бросила новорожденного сына в ближайшем будущем. Арзамасова сама рассказывает, что ее жизнь после пополнения в семье кардинальным образом поменялась. По ее словам, теперь у нее катастрофически не хватает времени даже просто чтобы поблагодарить многочисленных друзей и поклонников за поздравления и теплые пожелания. И недавно Лиза наглядно продемонстрировала, как изменилась ее жизнь с появлением в семье ее маленького ребенка. Актриса поделилась в своем микроблоге кадрами, на которых запечатлено, как она кушает. Однако полноценным приемом пищи эту сцену назвать очень сложно, ведь Лиза вместо полноценной еды перебивается молоком и шоколадным сырком. По словам Елизаветы, даже во время такого приема пищи основной задачей для нее является покушать как можно скорее, чтобы оперативно вернуться к уходу за малышом. Вам понравилось? Хотите узнавать больше? Подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий.